Друзья, всем привет! У меня есть вот такой вот пенал детский, железный. Вот. Ну, внучки их много, вот таких всяких разных. И вот один пенал она отдала мне. Я хочу даже забрать его с собой. Вот видите, складывать крючки, какие-нибудь спицы, может быть, карандаши, ручки. Ну, то, что чем я пользуюсь. Вот. Чтобы, ну, скорее всего, может быть, крючки или что-то вот нужно с собой брать, какой-то сделать наборчик там, нитки, иголки и все такое. Вот. Ну, я решила порисовать и задекорировать этот пенальчик. Единственное, что мне не нравится, что он немножко как бы вот, если ложишь железное, он гремит. Я, вот у меня есть вот такой фетр, я потом сюда наклею вовнутрь, чтобы было все мягенько, был такой чехольчик. Вот, ну а для начала хочу порисовать. Ну, порисовать не просто так, у меня есть стразики, буду использовать стразики, не знаю, какие еще не придумала. Вот, и акриловые краски, ну, например, у меня есть каденс турецкие. Разные варианты там, да, и есть у меня, сейчас вам покажу, ребят, вот, например, у меня есть пентарт, тоже для точечной росписи, контура, ну, цвета любые, как говорится, как рука пойдет. В общем, рисунка определенного, я не знаю, наверное, наносить не буду, хотя здесь можно нанести, но для начала что нужно сделать? Нужно обезжирить. Обезжиривать буду жидкостью для окон. Вот. Можно жидкостью для снятия лака. Можно, есть, продаются специальные обезжириватели. Вот. Ну и вот так тщательно натираю. Ну, жидкость спиртосодержащая, поэтому для стекол мне нравится она. Если у вас нету отскочек каких-то там, то можно обойтись и им. Сразу буду приклеивать на акриловую краску. Здесь наметил центр приблизительно.